сегодня Альберто Ферретти и Монклер. Видите, у меня такая прическа, как тут шутила я, как Вера Анна Винтер. Ребят, я вот сегодня, по-моему, первый раз включаю камеру. Господи, так, третий день. Будет очень много бордового, зеленого, синего. Я в юбке и пиджаке, и сейчас буду переодеваться. Ждите. Доброе раннее утро. Когда твой муж тебя настолько любит, что рано утром на Fashion Week тебя провожают. Хорошенько. Сервис. Не зря 10 лет вместе. Ну что, неизменно. Неделя моды начинается с этого аэропорта. Сколько лет, боже, уже. Сегодня я одна. Настя не смогла сесть на этот рейс, прилететь чуть позже. Для нас такой стресс. Welcome. Ну, такая проверка на стрессоустойчивость. Удивительно, что, так как сейчас коронавирус в мире, удивительно, что на входе в аэропорт после самолета всех проверяли температуру, болеет человек или нет. И это, конечно, удивительно было. В этот раз мы попробуем снимать все максимально очень много, потому что хотим не просто показать красивую картинку, но и все ляпы, все сложности. Вот сейчас нет со мной Насти, это очень сложно. Завтра прилетает Саша, она будет меня снимать. Мы в течение нескольких дней будем делать очень много контента, это очень непросто. Сегодня день будет такой подготовительный, но все равно он уже забит. Мы поедем в аутлет, у меня будет там съемка, а завтра неделя моды. Бэкстейдж. Фото шутинг. And our hero, Simon, is always with me. This is the scene. Yeah, let's go. Also with the flare. No, but you look amazing. And also this little flare that gives the idea, and it's... Yeah, I love the lights. Yeah, the light is fine. And here we have the second option. And here is another clip for, you know, for this situation. Сейчас не дам соврать. На самом деле всего 11 вечера, но кажется, как будто 5 ночи. Я наконец-то вернулась в отель, и мне нужно подготовить несколько образов на завтра. Первый сейчас вам покажу. Завтра у нас презентация Brunello Cucinelli. Очень люблю этот бренд. Смотрите, какой у меня будет свитер секси, шмекси. Вот такая обувь, немножко она будет небольшая, 40-й размер, но зато красиво. Все вместе будет. У меня будет показ мой любимый Альберто Ферретти, обожаю Альберто Ферретти. И будет вот такой у меня костюмчик. Ладно, я пойду спать и увидимся завтра. Сегодня Альберто Ферретти и Монклер. Готовимся. Готовим монообраз. Вот такие вот штучки мне Юленька заплела. А Нюта готовит чистый, свежий макияж, да? Что понравилось, что сейчас модно, очень много кожи, очень много многослойных луков, очень много серого, черного, два классных цвета, сиреневый и малиновый. Но самое мое любимое это высокие брюки, конечно же, с поясом, свитера. It's fucking crazy!
Сейчас на Максмару готов. Я вот в розовом, таком красивом, многослойном образе. Видите, у меня такая прическа, кто тут шутил, что я копирую Анну Винтур. Посмотрим, как это будет на стрит-стайле. День начинается. Это наш прекрасный водитель. Это, естественно, умеет. Та-дам! Момент, когда ты можешь посмотреть мудборды, инспирейшн всех моделей, выбегающие на следующие показы. Это, конечно, невероятно. Сейчас покажу вам. Главный дизайнер Максмара. Вот мудборд. Куча журналистов, фотографов. Вот там вот находится мудборд. А вот там бэкстейдж. Сейчас поговорим. В общем, Настенька решает все вопросы, как обычно, наш биг-босс. А Сашуля, помимо того, что она подготовила нам ланчбокс, как заботливая мама, это просто невероятно. Ну, Симон, как обычно, непоколебим. Вот эту штуку я искала. Да, красиво, да, это будет послезавтра. Итак, мы походили по презентациям. Вечером будет у нас фэнди-шоу. Я буду много снимать, потому что это большое событие, одно из самых важных в рамках недели моды в Милане. И, по-моему, еще не было рубрики «Переодеваемся в машине быстро и эффективно» в центре Милана. А вот одежда, в которую мне нужно переодеться, я в юбке и пиджаке, и сейчас буду переодеваться. Ждите. Особо радует, что здесь мягкие сиденья под конец вечера. Это невероятно. Прям круто. Третий день недели моды, кажется, что мы здесь месяц. Второй день подряд, самый ранний показ, это тот, все там будут, конечно же. Всегда будет пробка, все опаздывают, и, конечно, это дурдом. Сейчас вам покажу мой лук, очень красивый. Вот так вот он выглядит, очень красивый. Мы недавно обсуждали с Настей, что телеграм-каналы независимые от... давление со стороны клиента, бренда, то есть чаще всего там никто не знает, кто пишет эти телеграм-каналы, у них нету обязательств коммерческих с тем или иным брендом, и они правда дают искренний фидбэк по происходящей ситуации там в моде, в бизнесе, в политике, ну неважно где. И перегибают, конечно, иногда. Ну понятно, да, тоже от безнаказанности, медали, да. Потому что анонимность позволяет. Ну вот просто больше. Интересно, ваше мнение, стоит ли писать какие-то инсайты, чтобы не, но тут важно не свалиться в сплетничество. Да. А как нет, такой... с оценкой просто более, наверное, строгая оценка там тому, что ты видишь. Но это показывает. Ты понимаешь?
же, что это все субъективно тоже. Субъективно, но это твое личное мнение. Ну, то да. есть вопрос, наверное, так лучше сформулировать, как кажется твоей аудитории, насколько ты объективна и насколько ты там по сути даешь оценку. Или хочется, или людям не хватает больше твоих инсайтов, твоего мнения. Да, пишите комментарии, почитаем все команды, но на самом деле я говорила, сейчас хотела подвести к тебе, что стоит ли Настеньке рассказывать об этом, а не про меня. Давайте, дашь мне пятиминутку, да, во влоге? Да, да, будет рубрика, представляешь? Хорошо, хорошо. Хотела сравнение сделать, как у Урганта Митя Гуздалёв. Да, отлично. Ладно, как Ургант и Гудков. Гудков? Не, Гудков сексимый, он вообще настолько смешной, что... Все, хорошо. Люблю вас. Едем на тот. В общем, тот прекрасный показ, очень много было коричневого, как и на многих показах, глубокого синего и удивительно красного цвета. Очень красивые, короткие свитера, теплые, с длиннющими ногами, голыми, многослойные, различные свитера, водолазки, одна на другую. В общем, очень уютная будет зима. Так, мы в шоуруме Антонио Марос перед показом. Один из моих любимых брендов. Это реально их шоурум действующий. Вот они сделали тут какой-то такой коктейль, видимо. Красиво, да, такие арт-подборочки. Ну и, конечно же, коллекция. Шоу будет, как обычно, космическим, великолепным. Да, ну и украшение, конечно же, мое самое любимое. Очень люблю это шоу, оно всегда очень театральное, будет много актеров. Они всегда понимают какой-то очень большой социальный вопрос и... Я уверена, что тут будет происходить какое-то абсолютное сумасшествие. Сниму вам, и мы побежим дальше. Я уже в образе для показа Этро. Уверена, что будет очень много многослойных вещей, очень много цветных. Будет очень много бордового, зеленого, синего, кружев. Абсолютно убеждена. Поэтому наслаждаемся всем происходящим. Этро для меня это один из самых красивых показов, он очень аутентичный, я все-таки его считаю женственным, несмотря на гигантское количество цветов, каких-то накидок, многослойности, такой немного ковбойской даже истории, но очень хочется все, очень красиво. Ну что, ребят, мы находимся в центре Милана, на самой известной улице, где проходит шопинг. И буквально через полгода случится чудо чудесное, а сейчас мы это анонсируем. Нашу коллекцию с Полини, Натали Осман, в центре Милана. Настя, это большая гордость, наша свобода. Ой! Ты такая же часть этого проекта, как и я.
Ну как ты себя чувствуешь? Да, я просто, тебя сниму. Знаешь, я вспоминаю, как на первой неделе моды. У нас не было машины, и мы на такси ловили такси с пакетами, переодевались между показами. Еле-еле какие-то у нас были показы, и вот до чего мы доросли через 4 года. То есть прошло несколько лет? Да, пожалуйста, да. Я сама сейчас плакать буду. Oh my god, guys, look at this. This is my shoes. Oh, there are. Natalie Osman. Look at this. This collaboration. Natalie Osman. A lot of shine. Look at these colors. That's amazing. Oh, I'm crying, guys. Меня собрали девочки, все в порядке. Потом у нас была встреча, и сегодня у нас 3 показа таких классных, классических итальянских показа Аньона. Потом сразу же, буквально через полчаса, она у нас будет на дороге, я буду переодеваться в машине, у нас будет показ Армана Шервина, тоже вам его покажу. И после этого мой любимый философия, я буду закрывать неделю моды 2020. Сейчас, вот, нас там By calling to action all brands and designers that
that believe in a responsible approach to fashion. Through the Vogue Ux Challenge, the future of responsible fashion. This challenge provides a unique opportunity to use creativity as a means to increase awareness and achieve serious change. Fashion thrives on newness, on creative evolution. Ну что, ребятки, я собираюсь в Москву на один день и едем в Париж на неделю моды. Он не будет такой активный, как здесь, в Милане. Но что могу сказать? Я очень счастлива, очень продуктивно все прошло. Не все, конечно же, успела вам снимать, но мы очень старались, несмотря на то, что мы очень устали. Ребят, пожалуйста, я буду рада, если вы будете репостить меня, я буду вас репостить в ответ и в Инстаграме, и на других платформах. Пишите комментарии, мы все читаем, ставьте лайки. Спасибо вам большое за внимание и до встречи!